Добро пожаловать в Лас-Вегас. Деньги. Ты действительно владелец этого казино? Да. Женщины. Жизнь прекрасна. Иди ко мне, сладкий. У него лейкемия. У меня нет денег, но я не позволю Джошу умереть. Сколько стоит курс лечения? Более 200 тысяч долларов. Есть идея. Мы снимемся для сексуального календаря с рекламой вашего казино, а вы сделаете благотворительный взнос. Я само внимание. Мы не можем это продавать. Это ж порнография. Но вы пообещали внести вклад. Мне плевать. Извини, но Дин отказался помочь с лечением Джоша. Скажу прямо, Дин предал нас и не заслуживает нашего доверия. К чему ты ведешь? Мы можем просто взять сумму, которая нужна для лечения Джоша. У них есть план. Нам нужен человек, которого в казино никто не знает. Я согласен. Агент. Да, детка, я выиграл, выиграл! Также я попрошу своего брата помочь нам выиграть в рулетку. Джокер, а у вас работают какие-то порнозвезды? Фрида Фаррелл, королева. Нам нужно работать в команде. Си Томас Хавелл, валет. Как ты можешь? У нее ведь ребенок умирает. Майкл Мэтсон, король. Бизнес есть бизнес. 5 дилеров. Сорвут большой куш. Горячие штучки. Актички покажете? Скоро в кино, в 3D.